Всем привет! Вы смотрите Черное море каждый день, и это канал о погоде в Сочи, где каждый день я хожу на море и снимаю его для вас. Так что обязательно записывайтесь на мои авторские экскурсии, подписывайтесь на мой канал. Все ссылочки, как всегда, в описании. Сегодня у нас 16 января. Стоит отличная погода. Над морем дымка. Температура воздуха 13-14 градусов. Море успокоилось. Люди уже выходят на сапах. Хотя оно не очень гладкое, но желающие находятся. Даже вот вдалеке. Образит просторы. Температура воды 10 градусов. Людей на пляже достаточно много. Такая хорошая погода, почему бы и не выйти и насладиться морем, солнцем, легким морским бризом. Вот такая погода сегодня в Сочи, так что обязательно записывайтесь на мои экскурсии, подписывайтесь на мой канал, смотрите Черное море каждый день. Всем пока!